в губи на Радіо Енерджі. Ну що ж, понеділок в губи розпочинається, як і обіцяли, гість, співак, композитор. Навіть написано, що ти актор. Оленік, привіт, я тебе вітаю. Всім привіт, да, привіт, привіт, Мила. Я дуже рад тебе бачити. Ти такий спокійний, тільки що став поза ефіром, ти дуже гучно реготав. Як твій понеділок, розкажи. Як він розпочинається і чи є в тебе якась традиція по понеділкам? Да, в принципе, никакой традиции проснуться. Ну, как бы есть вещи. Ну и там, доброе. Проснулся сам, да, и доброе. Проснулся. Тем более сейчас такая жара, что, конечно, очень сложно типа проснуться, что-то делать активно. Вот. Но обычно что? Иду в зал и смотрю на свои планы, что у меня сегодня есть. Там типа студия, там съемки и все остальное. То есть, как обычно, в принципе, понедельник ничем не отличается от вторника и от среды. А если были насыщенные выходные? То есть, ты имеешь в виду вот эти гастрольно-фестивальные дни? Так, я сама про це. Концерты, съемки. Ну, тогда понедельник – это выходной. Ну, тобто у артистів не ясно, ще не зрозуміло, де починається тиждень, а де абсолютно непонятно, вихідні. Потому что очень часто бывает такое, что встречи какие-то незапланированные выскакивают, либо там надо записать демку вечером, типа, ну, то есть абсолютно не, график же не нормированный. Вот, как тебе? Ты обещаешь говорить правду и только правду. Только правду, вот торжественно клянусь, обещаю. Все, тоді розпочинаємо шоу «В губи». Сьогодні в гостях. Як тобі подобається все ж таки, щоб тебе назвали? Вадим Оленік, Оленік, Оленік Вадим. З твоїх уст все звучить просто красиво, феноменально. В натурі Вадим Оленік. Привет. Що це означає? Це означає, що ми будемо поринати в ту біографію, згадувати усе, що з тобою було, чого ще не було, чого, що буде. І що буде, так? І що буде. Вадим Анатолійович. Ты из Чернівецької области. Да. Як часто ты там взагалі буваешь? Ну, сейчас редко, потому что ехать далеко. И, ну, когда концерты, либо там, к бабушке приезжаю, стараюсь хоть раз в полгода. Хотел сказать, раз в год. Вот, типа, на самом деле. Но я был, последний раз я был в феврале месяце. Приїжджав к ній. А, тобто нещодавно для тебе, як да. для артиста, да. Нещодавно. Ти займався активно футболом в дитинстві, ти навіть подумав стати професійним футболістом. Да. Що завадило це зробити? Да, я думаю, как и всем футболистам, которые играли в юношестве, это травма. То есть очень самый сложный период – это переход с юношеского футбола в профессиональный. Дорослый. Дорослый, да. И типа когда что-то пошло не так, я получил травму и потом выпал. И Цикулина была? Ну, крестообразные связки. Это самая сложная травма, потому что восстановление год, и потом это все сложно. Вот, ну и все, и потом просто я понял, что… Хай це начал буде писать, хобі. Начал писать песни, да, потом попал, я поступил в строительный техникум, я попал, ну, получается как, я попал в вокальную студию совершенно случайно. А будівельний технікум ти вступив? Будівельний технікум я поступил в Черновцах. А, ну, то есть, да, я закончил 9 классов и поступил в техникум. Ну, папа просто хотел, чтобы у меня был, не, ну, чтобы у меня была земная профессия, потому что папа агроном, дедушка был агрономом, и как бы, ну, никто не понимал, что, ну, какой артист, ты что? Это что-то какое-то неземное. Вот и все. Папа сказал, иди в строительный техникум. Я за его закончил и потом уже переехал в Киев, поступил в Киевский национальный университет культуры и мистецтв. Кафедра эстрадного співу. С ким ты... Я знаю, что дуже багато выпускників. Очень много, очень. С ким ты вчився на той момент? Моя одногруппница – это девочка, кстати, из Freedom Jazz, Катя Малега. Ну, это прям вот одногруппница. Потом рядом жили ребята с казаков группы. Это Олег Жежель? Нет, не Жежель, Кирилл, там Стас. Вот. Ну, короче, очень много ребят, которые потом посредством… А, кстати, мой одногруппник – это Леша с «Он и она». А-а-а. Ну, он, кстати, самый, в кавычках, посещаемый.
мамы. Человек, он появлялся просто раз там в полгода, ну, потому что он уже работал в ресторане, он пел там, и как бы он, ну, как бы крутой, то есть он уже все умел. Як у кожного студента, я так думаю, що не вистачало грошей. Я знайшла, що ти і підробляв і промоутером, да. і продавцем в магазині. Що це було? Чи достатньо тобі було цього? І чи планував ти, може, йти співати в ресторанах, як Льоша, наприклад, або в караоке? Я пів навіть пару разів там десь на гідропарку, помню. Вот, да, да. Ну, було таке. Ну, що, там був ресторан? Я одразу згадую пісню Верки Сердючки «Гідропарк». І бачу, як ти танцюєш. Я працював где-то полгода в магазині «Інтер». Топ на Крещатике. Вот. Потом я работал промоутером, там листовки. Но вообще, постоянно, как бы, вот в чем плюс Киевского университета культуры, что нам постоянно подбрасывали студентам какие-то съемки. Нет, нам подбрасывали какие-то съемки, какие-то там съемки рекламы, клипов. Я помню, первый раз я познакомился с Леной Кляденко. Был эпизод какого-то фильма, снимали Star Media. И я танцевал там во втором, в третьем ряду, в первом Freedom, и она еще сказала, смотрите, как парень классно танцует, потом мы это вспоминали, когда я уже попал на «Фабрику звезд». Ну, то есть вот такая интересная штука. Мы просто пытались быть вообще везде, везде, любые съемки, там, за 50 гривен, за 100 гривен, неважно, надо было себя показать. Я еще снимался в эпизодической роли в клипе «Микки Ньютон. Белые лошади». Я дрался с кадетом, с кадетом с Макаровым, с Александром. Александром Головиным, и он на то время был супер-супер популярный. И... Я же была еще в школе, маленькую представляешь, девчонку, да, «Белые лошади» был, да, был клип, и вот мы с ним дрались, мы потом еще с ним там общались. Я такой думаю, блин, чувак, я тебя видел вообще, ты что? Он просто тогда вообще супер был крутым, вообще, ну, кадетство все смотрели. Я теперь зрозуміла, чому пишется, что ты еще и актор. Дело не в этом. Я еще снимался в фильме сериале «Дневники темного». Слушай, мне кажется, там весь украинский шоу-бизнес снимался. Да. Позитив там снимался. Да. Там все были. Тобто, я так розумію, що в украинский шоу-бизнес можно пройти тільки через серіали ці «Щоденники темного». 100%. Ким ти там був, чи була в тебе гарна доля? Тому що з позитивом там щось не склалося. Только, пожалуйста, не смейся, я там был ледяным демоном. Вот, я воровал души девушек, вот, и как бы забирал их в свое царство, вот, потом в конце концов они, короче, меня убили. Тобто доля така собі була в тебе теж, як і позитива. Я був плохим, да, плохим парнем. Але це вже легендарний серіал. Ми вже заговорили про «Фабрику зірок 2», як ти туди взагалі потрапив? Тому що є історія, що я пішов з другом, друг дуже хотів, а я за компанію. Як в тебе було? Ні, ну, на самом деле, я просто увидел кастинг «Фабрики звезд» у нас в университете, и в тот день у меня был экзамен, я подумал, что если я его сдам, круто, ну, типа, хорошо, там, на 4 или на 5, то тогда по 5-бальной системе, естественно, то я тогда, как бы, это судьба, что мне нужно будет тогда пойти. Если я не сдам, не пойду. Я знал один билет, и я его, он не попался, я получил отлично, вот, я пришел, увидел там 2000 человек, просто было очень много, большая очередь, и ко мне какой-то подошел парень, это, опять же, тоже судьбоносный момент, просто подошел человек и сказал, возьми мой вот этот регистрационный номер, потому что ты треба, так? Ну, типа, да, говорит, потому что я, там, мне нужно домой, я не буду ждать, и все остальное. Вот так вот получилось, типа, что получается, что он мне помог попасть на кастинг. Потому что я уже не хотел брать номер, там берешь номер, стоишь в очереди и как бы потом уже попадаешь на третья дупа уже, а ты стоишь на кастинг до «Фабрики зірок 2». То есть вот ти там і побачився з Леною Каліденко, наскільки я розумію. Да. Вона тебе згадала? Вона вспомнила мене вже во второму кастингу, тому що було, ну, представляєш, скільки людей було. Декілька етапів. Да, очень много було людей, і вже на второй кастинг, де було там 300 чоловік, тоді ми вже з нею, типу, виділися, і вона вспомнила тоді. Я сказала, це в зеленій рубашці, тоді, пам'ятаєте, я танцював по типу, вона говорить, да, я пам'ятаю. В мене було дуже багато випускників «Фабрики зірок» різних періодів. Да. Я завжди питала, що було найскладніше?
Слушай, самое сложное, мне кажется, это было психологическое, ну, типа, давление. Потому что мы были малые, мы ничего не понимали вообще, что происходит. Вокруг нас были какие-то перипетии, какие-то эмоции, там, концерты, звезды, куча людей. И самое главное было выстоять и остаться, знаешь, как бы с холодной головой. Очень многих нахлынула вот эта волна, типа, что вот, надо мне что-то показать, мне надо быть там, кем-то надо быть. А все забывали, что нужно просто, типа, ну, показать себя, какой ты артист. Вот і все. Ви перемогли разом з Володимиром Донтесом на фабрики «Зірок 2» і підірвали український шоу-бізнес. Було дуже багато хітів. Зараз з ким ти спілкуєшся з фабрики «Зірок 2»? З ким бачишся? З ким згадуєш, можливо? Ностальгічні вечора випускників бувають. Ні, я спілкуюся з Регіною Тодоренко, спілкуюся з Владом Дарвіном. Ну, если так вот близко, наверное, ну, наверное, все. Як бачите, все ну, Светлана Тарабарова. Ну, да, Старобаровой, да, кстати. А вот. Чи були думки зробити якийсь дует? Честно говоря, нет. Ну, вот, чтобы каких-то мыслей вообще нет, не было. Но я считаю, что дуэт — это такая вещь. То есть надо искать подходящую песню, чтобы был в выигрышном свете второй участник. Это важно. Так, це важливо. І важливо, що Олєнік сьогодні в губи на Радіо Енерджі. Ми зупинилися на етапі в твоєму житті. Це була фабрика «Зірок 2». Як ти взагалі пережив цю популярність, яка на тебе такого молодого юнака. Просто скинулась на голову? Слушай, ну... Це ж шанувальниці. Ну да, у нас просто після фабрики сразу же пошла робота, тому що ну, у нас ми попали в продюсерський центр «Талант Груп». Вместе с группой «Реало», там Борис Апрель, Макс Баскет. Наталья Могилевская, да. И у нас пошла работа сразу, концерты, туры. Первый тур там фабричный еще, потом второй тур, потом «Фабрика Суперфинал», потом тур «Фабрики Суперфинала», потом «Фабрика Звезд России против Украины». Короче, вот это вот где-то было 3 года, мы постоянно были в работе. То есть мы особо даже не выходили из этого кольца. Я навіть молодою дівчинкою пам'ятаю, як в Одесі в мене було з вами фото. І таке було. У 2015 році ти пішов у сольне плавання. Чи сумуєш ти за часом, коли це був дует? Ну, як сказати? Ну, як, знаєш, як... Давай так, я в душі ти сказати... іноді співаєш, мені вже 20. Ну, я тебе скажу так, я люблю ці пісні, тому що це дійсно прошле, і це хороше прошле, і це хороше время. Поэтому я, как бы, я считаю, що це класно. Це класно, що це було. Плохо, якщо його б не було. От і все. Наскільки складно тобі було поринати в сольне творче плавання? Ну, звісно, сложно, тому що нужно було вибрати стилістику, куди направлятися, що делать. Все нужно делать самому. Искать команду, подбирать людей, стиль, образи, все остальное. То есть это раньше все это делали за нас команда огромная, да, продюсерский центр, а теперь пришлось все это делать самому. И поэтому в этом были действительно сложности договариваться там с радиостанциями, с каналами, вот снимать клипы, записывать треки, то есть, ну, как бы все вот это действительно нелегко было. Дуже цікаво, що в твоїх кліпах багато знімається і актрис, і, наприклад, фіналісток шоу «Супермодель по-українськи». Да. Вони самі на тебе виходять, я хочу знятися в твоєму кліпі, або ти пропонуєш їм? Ну, по-разному. Допустим, з Дашою Майстренкою, фіналісткою «Супермодель по-українськи», просто получилось, що мне она реально понравилась, как она себя ведет, как она разговаривает именно в проекте. Я ей предложил просто, что говорю, давай попробую, может, поучаствую в съемках моего клипа. Ну и все. Так договорились. Тобто просто домовились, просто, да, без гонорарів. Да, но я считаю, что так получается творчество, когда без каких-то суперсложных моментов. Когда все легко идет, значит, в принципе, и видео получится хорошее. Також була і актриса Катя Кузнецова. Катя Кузнецова – это моя очень хорошая знакомая, и тоже она очень хотела сняться в клипе, и вот пришел ее как бы звездный час. Хочу додати, що це акторка, яка знімалася в серіалах «Кухня». Ну да. «Настав і зірковий
новый час. Совершенно верно. Не, ну просто на самом деле так получилось, что вот, вот она хотела, и съемки получились очень классные. То есть никто никого не принуждал, значит. А, чи є з твого репертуару сольного якась дуже улюблена пісня? Ну, я очень критично отношусь к трекам, потому что я считаю, что нужно было что-то там доделать, доработать. Но это, если мы говорим уже про песни, которые выходили последних полгода, уже здесь я могу рассказать, что мне, какие треки мне нравятся. Так, ты дуже змінився за останні півроку, тому що ми з тобою працювали і не один раз. Я пам'ятаю момент, коли ти просто зупинив музику на одному заході. Да, кстати, это как раз вот было, когда мы с тобой работали. Так. Я тебя не предупредил, извини, пожалуйста. Ти не попередив, ми були в шоці від того, що Ленік робить. Що це таке? Що з ним сталося? Чому це так склалося в тебе зараз? Ну, так сложилось. Во-первых, я начал работать с музыкальным продюсером, своим бывшим, с группы «Диафильмы», который работал в продюсерском центре Натальи Могилевской, Олег Воронович. И он, мы начали с ним работать над песней «Шот-шот». И вот тогда уже мы поняли, что нужно немножечко что-то менять. Потом трек «Числа», он кардинально вообще другой, и мы поняли, что если мы идем в это направление, ну, не может быть такое, что вот эту песню мы сделали так, а следующий трек мы обратно вернемся в такую лирику, типа, и будем петь по-другому. Вот и все, и как-то так, когда сделали трек «Числа», поняли, что надо менять, причем менять надо все. И свое, он меня спросил, ты готов? То есть ты готов вообще меняться или нет? Ну, типа, я подумал, я на самом деле очень долго думал, смогу ли я... Почему мне такая музыка нравится. Я раньше такую музыку слушал еще в школе, типа. И вот я действительно нашел в себе вот какие-то вещи, которые вот я перенес в эти песни. Чи є ймовірність, що за декілька років в тебе щось зміниться, і ти будеш переключатися на якусь іншу музику? Ні, ну я не можу сказати, що... Я не могу або тебе, ти зробив вже вибір. Я не можу тебе сказати конкретно, що от ми зараз зупинилися на от цій стилістиці. Це стилістика там урбан поп, як її називають, або ну, хтось називає просто поп-музика. Що ми конкретно будемо петь, іменно вот это делать, таку музику. Но хочеться розвиватися, тому що музика не стоїть на місці. Зараз 19-й год. И вообще просто в день выходит столько материала, и ты не можешь просто стоять на месте и делать то, что ты делал там еще 2 года назад. Потому что 2 года назад это было актуально, а сейчас это не актуально. И все меняется. Меняются формулы по треку, ну, трека, меняются... Числа. Меняются числа, да. Гонорары. Меняются гонорары. Курс доллара. Вот. Также тоже понимаешь, ты не можешь быть просто ведущий, да, на Radio Energy. Ты хочешь быть ведущий там, ты хочешь еще развиваться. Мне кажется, что это правильно. Это сейчас уже время личности. Вот. А зараз ты напротив мене сидишь у бейсболці та футболці під назвою Joy. Да. Що це означає? Ну, просто футболка. А, це просто футболка? Вообще нет никакого. Я думала, що це пов'язано, може, ти будеш змінювати, брати собі новий псевдонім. Joy? Joy. Эй, Joy. Joy. Нет. А ще прикольно. А Joy – це радість, це щастя, наскільки я пам'ятаю. Ну, такое, да, счастье. Я не знаю. Такое счастье. Тим не менше, ти зараз трішки змінився. Я так розумію, що буду змінюватися твій напрям далі. Записувати міні-альбом або вже повноцінний альбом. Альбом. Ми зараз готуємо альбом на сентябрь місяць. Вот именно в такой стилистике, как «Падаю вверх». Вот буквально недавно вышел трек. Да, поэтому... А чего ты так сумно просто? Это не сумно, почему? Захвалевание? Ну да, потому что это, я считаю, что это классная работа. «Падаю вверх» — это действительно вот песня, которую я могу включить в машине и слушать. Вот и все. И мне за эту работу не стыдно. Мы продолжаем. Мы спинилися с тобой на творчей частине твоего життя, яка відбувається саме зараз, але час переходити до «Блиц». «Блиц». Любиш відповідати на питання дуже швидко? Не очень, но... А коли тобі твоя дівчина питає, Вадик, де гроші? Що ти кажеш? У мене немає дівчини. Я думала, у мене немає грошей. Так, ну добре, ти готовий? Сейчас, подожди, да, готов. Все, я готов. Вівсянка чи яєчня? Вівсянка. Масаж спини чи масаж п'яточок? Масаж спини. Спортзал чи диванчик? Спортзал. Кондиціонер чи пляж? Пляж. Записати спільний трек з Вакарчуком чи з Віктором Павліком?
З Павліком. Ні обіцянок. Черешня чи окрошка? Черешня. Мати 15 мільйонів підписників в Інстаграм чи зібрати повний олімпійський? Зібрати повний олімпійський. Доктор Дре чи Снуп Дог? Снуп Дог. Провести вечір п'ятниці на гучній вечірці чи зіграти раунд на приставці? Зіграти раунд на приставці. Угу. Блондинки чи брюнетки? Брюнетки. Зверху чи знизу? Знизу. Що страшніше, курс долара чи пісня Олега Винника? Пісня Олега Винника. Салатик чи бургер? Салатик. Молочний коктейль чи прохолодна кава? Молочний коктейль. Готувати чи їсти? Готувати. Віддавати чи отримувати? Віддавати. Чути чужі думки чи ніколи не старіти? Чути чужі думки. Яке було перше питання? Що? Овсянка чи яєчня? Слухай, яка в тебе добра пам'ять. Ти обрав вечір п'ятниці провести за приставкою. Да, я фанат вообще PlayStation. Так, а що в тебе? Що от нещодавно був позитив, він дуже любить GTA. Ні, я фанат, Assassin's Creed? Ні, є, хто знає, From Software, і це велика така компанія. Которая выпустила такие игры, как Dark Souls, как Bloodborne. Сейчас Dark Souls. Темные души. А. Вот, это такое Dark Fantasy. Вот. И там сколько ты можешь... боссов убиваешь такое. Сейчас вот Sekiro Shadows Die Twice. Это тени умирают дважды. Это вот тоже игра самая крутая сейчас. Но это есть просто. Это сейчас супер крутая, так сказать, трендовая игра, в которую играют просто миллионы. Сколько ты можешь провести часу за приставку? Недолго, потому что я устаю. Ну, максимум там типа 2 часа. Ты устаешь? Просто сложно. То есть, смотри, там какая тема? Ты убиваешь босса. Ну, ты убиваешь боссов. Вот, потом получаешь новый уровень, там идешь дальше, убиваешь второго, третьего и так дальше. Вот. Я тепер розумію, що які ігри треба грати у шоу-бізнесі. Один раз бив боса, другий раз, третій. Щодо твоїх хобі, ти вже говорив, що це футбол. Я знаю, що ти граєш в футбольному клубі «Маестро». Да. Це зірковий склад, наскільки я розумію. Хто з тобою грає? Фозі, Алексєєв, Алексєєв Педан. Грає у футбол? Так. Да. Мімана. Подожди, пробегай, Никита. Еще там ребята есть. Диля. Вот. А хто ще? Я пам'ятаю, десь в тебе була. Коли тебе вітали з днем народження, мені здається, Філіп Коляденко десь дістав архівні Філіп Коляденко, фотографії. Філ, да, кстати, Філ теж. Хто з тобою в команді? В команді? І в якій? Ну, хто проти кого грає в цій зірковій команді? Хто виграє? Ну, ми граємо, ми на тренуваннях, ми ділимося. Угу. Ну, ми граємо друг проти друга. Тобто, якщо там прийшло 20 чоловік, ми граємо 10 на 10. Вот. У нас є тренер, мастер спорту і футболіст Едуард Цехмистрюк, який нас тренує. Тобто, ми не просто приходимо, б'ємо м'яч. Вот, ми тренуємося. На якій позиції ти стоїш у футболі? Я можу грати де взагалі угодно. Ну, тобто, що у мене опыт большой уже. Я имею в виду, что мне все равно, то есть я могу играть и флангово, и в центре, играть нападающим. Ну, то есть... Я знаю, что ты зараз дуже слідкуєш за своєю фігурою, тим не менше, я знайшла в інтернеті... Это неправда. Я-то знаю, як ти любиш поїсти, але тим не менше, я знайшла в інтернеті інформацію, що ти дуже любиш картоплю з грибами, сметані, а будь-яким ясним блюдом. Это устаревшая информация. А що ж ти любиш? Я картошку вже давно не їм. Я люблю коли пиво і к пиву всяке. Шняшки? Все, такі шняшки, блін. Це так вредно. Це твоя слабкість. Це реально вредно дуже. І це моя слабость, на самом деле. Наскільки ти шалений... Риба там, знаєш, все таке. Там все в одну посуді, як то кажуть. Так, да, риба, чіпси, туди всі, знаєш, кальмари. І ти дуже палкий футбольний шанувальник. Манчестер Юнайтед, нічого не змінилося? Да. Тобто я так розумію, що ти можеш їздити і за кордон дивитися цю гру, або все ж таки тобі достатньо по телевізору. Когда есть возможность поехать, специально я на игру не еду. Я могу, когда я к маме своей приезжаю к маме в Милан. Приезжаю к маме в Милан, вот. И на Сан-Сиро могу сходить посмотреть, как играет футбольный клуб Милан в серии А с кем-то. Я знаю, що ти, мені здається, і цей Новий рік відмітив в Мілані. Да, в Мілані, да. Як це в Мілані Новий рік?
Шикарно. Немає снігу, я так розумію. Нет снега, круто. И я был во Флоренции, кстати, вот очень классный город, советую, кто не был, поехать, потому что очень красиво там. Милан – це шопінг. В основном, да. Наскільки ти грошей там, скільки грошей ти залишив в Мілані, коли ти пішов на шопінг? А я не болею этим. То есть мне вообще, ну как бы я уже очень часто, и как бы я часто там бываю, и мне не надо брать специально там сумму денег, чтобы там натариться, потому что я понимаю, есть время, когда там все, ну, дешево, да, и ты можешь найти какие-то супер там эксклюзивные вещи. Або и просто, и просто я шкарпетки. Тебе скажу, что я тебе скажу, что вот супер эксклюзивных вещей, таких, чтобы там, ну типа не похоже ни на что, ну там такого мало. Там именно вот такой масс-маркет, просто вот зайти там и скупить, и потом ходить, как еще полкиева в этом ходит. Улюбленная итальянская страва и место в Милане, яке? Ну, паста, наверное. Ну, салат тоже разный. Ну, просто отчим у меня итальянец, и он очень круто готовит. И готовит вообще все. И все, все вкусное. Сколько килограммов повертается до Киева с тобой? Ну, кстати, немного, я тебе скажу. Я, ну... Вот ты ведьмак, а? Ну, по-разному бывает. Бывает по-разному. Но я не страдаю. Я считаю, что если в отпуск, ну, если отдых, так, ну, ничего страшного. Можно есть, там, пить, все остальное. А как же отдыхать? Что за... А если день рождения друга? День рождения друга? Надо вдвойне. Не хочу тебе відпускати, тому що з тобою весело. Очень весело, да. Поза ефіром стільки всього вже обговорили. Міла, можна я тебе кое-что спрошу? Тут я задаю питання, але буду робити виключення. Давай. Скажи, пожалуйста, ти йдешь? Я йду до ефіру Радіо Енерджі. Я поясню, просто ми поза ефіром зараз обговорювали тему, що, мені здається, практично, ну, така більша половина шоу-бізнесу йде в політику. Угу. Що ти про це думаєш? Може, від Чернівецької області піде Вадим Оліник і буде займатися проблемами цієї області, міста? У мене є мнение на этот счет. Я тебе скажу, что мне кажется, каждый человек должен заниматься своим делом. Вот что он умеет. Он умеет петь, он поет. Он умеет там шутить, он шутит. Вот он закончил там юриспонденцию, либо экономически, он понимает, что он в плане, ну, политики компетентен, он что-то в этом разбирается. Тогда, наверное, есть смысл идти. А, ну, я не совсем этого... Я не то чтобы не поддерживаю, но я не совсем это понимаю. Ты закончил будівельний технику. Да. Ну и что? Может, ты будешь что-то будувати в Чернівецькій області? Последний раз я видел кирпич и держал его в руках, вот как только я закончил строительный техникум. Я был на практике. Давай тоді повертатися, да, до того, що в тебе справді круто виходить. Це співати. Давай. Ми вже говорили про те, що восени ми очікуємо від тебе повноцінний, це не міні-альбом, а повноцінний альбом, який буде називатися... Буде називатися... Джой. До речі, нещодавно в ефірі Радіо Енерджі і був трек «Падаю вверх», про який ми вже говорили з тобою. Скільки буде треків в новому альбомі? Я думаю, что будет около 10 треков. С ремиксами? Наверное, ремиксами. Ну, точного количества я не могу сказать, потому что еще есть песни, которые сейчас пишутся. И точное количество я не знаю. Но это будет полноценный альбом. Чи буде, да, від Олейника українські треки? Украинский, то есть ты хотел сказать один трек? Не, я хотел сказать украиномовний хит. Украиномовний хит, я не знаю, я об этом не думал, но, скорее всего, наверное, больше нет, чем да. Угу. Ну, якщо тобі треба, я можу тобі щось написати, тому що твій трек «Шот-шот» я вже переробила під себе. Да. Я знаю, що вже і кліп знятий на трек «Падаю вверх». Да, знятий кліп, ми його зняли, і зараз тут будемо монтувати, і я думаю, що где-то в начале августа уже как бы, ми його теж покажемо. Режисером кліпу стала Даша Ши, ви дуже плідно з нею працюєте, вже це не перша відеоробота. Це вже четверта робота. А чому так вже четверта відео? Работа. Вам комфортно? Да, во-первых, нам комфортно, во-вторых, мы друг друга понимаем, слышим, и она профессионал, она, знаешь, как, не... Она хочет действительно сделать что-то, привнести вот какую-то свою изюминку в видео, то есть не просто типа делать стандартно, вот потому что это трендово, либо это модно, вот, и это круто, это классно. Классно, что она действительно творческая, ну, она подходит по-творчески.
В кожному кліпі є головна героїня в тебе. Чи в кліпі «Падаю вверх» ми побачимо... В клипе, давай я тебе скажу так, в клипе «Падаю вверх» есть главная героиня. Так, это актриса. Это очень известная актриса, которая сейчас, ну типа, она очень-очень известная в фэшн-бизнесе украинском. Фэшн-колах. Фэшн-колах, да. До речи, ты уже был обличчем одного украинского бренда. И на этом достаточно. А, все, на этом хватит. Твоя карьера обличчи фэшн-индустрии пока что зупинилась? Да не то чтобы зупинилась, просто я не считаю, что это то, чем мне надо заниматься. Вот. То есть так получилось, что мы с Владимиром Подоляном сделали несколько... интересных там вещей, да, ну, вот, спроектировали, и они получились достаточно круто. Ну и все, на этом все. А актерские амбиции Вадима Олейника, чи є вони? Чи будуть вони продовжуватися? Враховуючи те, що колись ти все ж таки був... Дневники темного, оно ж как бы так просто не проходит. Про це я тобі і кажу. Но я тебе могу сказать, что я занимаюсь, хожу на актерское мастерство, возможно, в будущем и что-то будет, я бы хотел сыграть. Кого? Ну, главное, чтобы не растение какое-то. Главное, что можно было бы говорить. Чтобы ты был текст. Общаться, чтобы у меня был текст, да, реплика. Вадим Олейник сегодня был в губы. Тебе все сподобалось? Мне очень все понравилось. Мне понравилось, что ты очень классный интервьюер, и мне очень понравилось с тобой общаться. А таких в нашей стране замало. А таких вообще практически нет. Я тебе скажу даже больше. Ты одна такая. Вы сегодня был Олейник. Дуже з нетерпінням чекаємо і на кліп «Падаю вверх», і на твій альбом, який вже вийде восени. І сподіваюся, вже незабаром буде якийсь все ж таки великий концерт, зокрема в Києві. Совершенно верно, я тебе приглашаю. Дякую. Да. Я тебе пришлю відкритку. На цьому ми закінчуємо. Це Радіо Енерджі. Ми продовжуємо далі ще більше музики в ефірі. В губи на Радіо Енерджі.